всем. Ребята, я сегодня все проспал. Сейчас уже через 15 минут начинается бонусы у Яндекса. А я еще вот только одеваюсь. Блин, я не знаю, сколько сегодня успею заработать. Сейчас быстренько выпиваю стакан воды, даже завтракать не буду. И надо бежать, потому что, блин, сейчас можно за 3 часа заработать. Но то, что не заработаешь потом за 6, так что бегом. Быстренько вызываю лифт. Короче, заводим машину, даже прогревать не буду. Машина грязная, газ не заправил. Короче, я вчера совсем не подготовился к сегодняшней работе. Ну что, не знаю, будем пытаться. Будем пытаться что-то заколымить, хотя бы там, я не знаю, 500 тысяч рублей. Всем привет еще раз. Ну вот, время без 10:07. Бонусы я посмотрел сегодня. От 300 рублей за заказ с 7 до 9 опять доступны. То есть акция у Яндекса продолжается. Стекло, видите, какое-то непонятное. Опять заморозки ночью, наверное, было. Так, ладно, не буду включаться. Время без 10. Включусь прямо ровно в 7, чтобы не поймать сейчас дешевый заказ наверх. Хотя, может, ну, верхнюю часть города длинный. Хотя, может, и так длинный попасться. Но лучше, конечно, как вот вчера, если ролик вы смотрели, короткие заказы, где доплаты Яндекса составляли, так как короткий заказ по 200 рублей, то есть это очень выгодно. Едем, смотрим, не переключайтесь, смотрим до конца. Время 6:58, даже уже 6:59. Ну, дождусь еще пару минут, потому что даже 7:01 Яндекс может не засчитать, что это началось время бонуса. Вот, мне самому интересно, даже выпадет заказ или нет. Проспал сегодня, расстроился, думал, все, блин, опять придется пахать за копейки. Ну вот посмотрим, дай бог, чтобы сегодня повезло. И опять там мы за 3 часика 3 наколотили хотя бы 1000 и со спокойной душой можно ехать домой, лазить в HeadHunter и искать работу. 7:02, ребята, все, включился на линию, все в красной зоне, но ни одного заказа. Плюс, наверное, еще, вернее, минус того, что так как коэффициенты, люди не хотят заказывать, скорее всего, Яндекс. Потому что если коэффициенты, для них и так цена дорогая, ну, цена поездки высокая. И как в позапрошлом ролике могли видеть, легче заказать Ситимобил, чем ехать за 400 рублей по Яндексу. Вот, посмотрим, как сейчас что будет. Может, я и переборщил с тем, что ждал времени, потому что когда чего-то ждешь, оно, как правило, не выпадает. Но это ладно, главное, что я выехал, несмотря на то, что проспал, я быстренько оделся, собрался. Вот. Плюсом было во вчерашнем ролике то, что я оказался в зоне бонуса, оказался в верхней части города. Как я уже 100 раз повторял, это у нас такой более-менее активный район, то есть бизнес, так скажем. Видите, день на день не приходится, такси — это рыбалка. Вроде я ждал тут эти 10 минут, а в результате получилось 10, да сейчас еще 10-20 минут я спокойно мог, не торопясь, съехать заправиться газом. Ждал, думал, попадется заявка. Вот. Когда очень сильно чего-то хочешь, это как бы перебор идет, и можно этого не получить. Так что я сейчас спокойненько выключаюсь. Сейчас вот по пути через пробочку будет светофор. И на газовую заправку заезжаю. На бензине вообще смысла нет, ребят, ездить. Хотя много противников газового оборудования. Я на нем езжу уже лет, наверное, 10-15 на газу. Никаких проблем тут нету. Давайте наберем 1000 подписчиков уже скорее. Я сделаю обзор на свое авто, много вопросов задают, какой у тебя автомобиль, на чем ты ездишь. Ну вот, не успел, короче, ребята. Да нет, все-таки я уже у газовой заправки, не буду я принимать эту заявку. Она закрыта, ё, вот видите, если не прет, то уж она не прет, заправка закрыта газовая. И заказ пропустил. Ну ничего, не будем унывать. Ну, чтоб заявка была, так скажем, наверное, не очень выгодная, 12 километров, но я так и так наверх ехал, в верхнюю часть, 296 рублей, даже не 300. Завершаем. Спасибо за поездку. Продолжаем. Заказ будет оплачен картой.
Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении Яндекс.Такси. Первые, так скажем, 300 рублей в копилочку. Честно говоря, сегодня работать что-то вообще не хочется. Мне, правда, никогда не хочется. Так, ну ладно, поехали. Очередная заявочка. Спасибо за поездку. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении Яндекс.Такси. Для меня 300. А в общем тут местечко есть стать. Ну вот. Одна минута. Медицинская улица 5. Заказ отменен. Привез в Сбербанк. Успел 300 рублей для меня. Завершаем. Спасибо за поездку. 3 соточки. Заказ будет оплачен картой. И в спину дали еще один заказ. Не знаю, успею, нет. Нет, его уже отменили. То есть, когда Яндекс дает спину, он может отменять. То есть, пока едешь, там есть машина. Поверните направо, а затем поверните налево. Свободная какая-нибудь рядом. Так, ну почему-то я сделал 3 заказа уже, наверное, 4, 557 рублей только еще. Странно. Вот была дальняя подача сейчас, 5 километров, да? Кто-то скажет, пустые пробеги там, да зачем ты ездишь? Я с вами согласен. Ну, во-первых, осталось сейчас как раз 15 минут вот этой зоны 300 рублей, да, этих повышающего коэффициента. А во-вторых, блин, ну что стоять, дали заказ, чтобы до обеда, как говорится, освободиться, тем более я на газу еду. Вот, другой вопрос, дождутся ли клиенты, тут дорога хрен знает какая. Вот опять вторая заявка в эту же деревню, не поеду больше. И почему-то цена для водителя 121, то есть я почему-то не успел. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен картой. Не успел я в этот период, хотя время и вот только сейчас еще 9 часов. Ну, Яндекс, спасибо тебе, выключаемся, пока. Немножко ритм тут успокоился. Я посмотрел, за 4 заказа у меня чистыми 809 рублей. То есть, сейчас я вам скажу. 4 заказа, так, 1028, но 220 рублей комиссия Яндекса. Около 12 километров, наверное, где-то. Или 10. 208 рублей. Полчаса. Дешманское, конечно, все это. Без доплат. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен картой. В спину пришел еще один заказик. Для обслуживания поставьте нам оценку в приложении Яндекс.Такси. Кстати, сразу же отсюда. Давайте напишем, что мы здесь. Господи, в аэропорт. Ну, в принципе, в аэропорт это... В аэропорт это хотя бы, так скажем, по пути на автозавод. Красотища. Сверху смотрится даже все очень ничего. Вон стадион. Второй раз я приехал в аэропорт. Как его расстроили. Красотища какая. Сейчас посмотрим, сколько мне вышло. Ехал я километров 20, наверное, до аэропорта. Давайте глянем. 347 рублей. Спасибо за завершаем. Заказ будет оплачен картой. Для улучшения качества обслуживания
Поставьте нам оценку в приложении Яндекс.Такси. Ну что, итог сегодня 1318 с этой поездки, уже 1243. Ну что, ребят, время 10:30. Не ругайте меня сильно в комментариях, не могу я сейчас опять с эти сотки ловить. Поеду, наверное, я ближе к дому. Тем более аэропорт у нас на автозаводе находится. Автозавод это близко от меня. Вот. Ждать более 2 часов. Место в очереди 21:25. Нет уж, ребят, спасибо, не будем мы ждать.